Такой шок был от Евгения Вагановича Петросяна, когда совершенно случайно, мы никогда не пересекались до этого в жизни. Ну и вроде как мы знаем о существовании друг друга. Я иду на парковку за машиной, и я слышу голос такой: «Гарик!» Я поворачиваюсь и вижу, что стоит Евгений Вагановича Петросян. Он говорит: «Подойди сюда». Говорю: «Слушай, мы же никогда вот так вот не разговаривали». Я говорю: «Нет, ну, да. Никогда». Он говорит: «Ну сколько времени? Вот уже там, сколько там, 20 лет на телевидении, а я там 78. И мы ни разу не пересекались. И вроде как-то нас все время разводят по разным углам. Юмор-то он должен объединять. Я ведь тоже могу. Смотри. Ёбаный в рот». Серьезно?